Карапуз представляет. Всем привет! Дорогие друзья, сегодня в нашем замечательном городе прекрасное событие. Мэр нашего города решил в парк развлечений приобрести замечательную мороженицу, чтобы детки, которые отдыхали, да и родители в парке, могли есть мороженое. Представляю тебе новинку. Вот такая замечательная мороженица на колесах из серии City. Вот такие вот. Вот такая вот продавщица. Вот она будет продавать мороженое любителям. И вот такая, собственно, должна получиться у нас машинка. Ну что, не будем тратить время. Открываем нашу коробочку и смотрим, что там у нас внутри. Так, открываем коробочку. В первую очередь, конечно, это инструкция. Очень подробная, очень красивая инструкция. И вот такие два замечательных пакета. А также наклеечки. Так, коробочку мы пока в сторону. Вот. Смотрим, наклеечки у нас все посвящены мороженому. И пакетики. Первый и второй. Все ясно. Сейчас мы их вскроем. И содержимое высыпем на две кучки, чтобы не путаться. Вот у нас первая кучка получилась. И вторая. Итак, с этих кучек при помощи нашей инструкции мы начинаем собирать мороженицу. Вот такая должна получиться замечательная продавщица. Вот девочка бежит, протягивает ей денежку. Ну и естественно, она ей дает мороженое. Итак, приступаем, друзья. Поехали! Ну вот, друзья, мы собрали нашу замечательную мороженицу. Посмотри, какая она чудесная. Бело-розового цвета.
Какая там добрая продавщица подает девочке мороженое. А вот уже и очередь создается. И полицейский подошел проверить документы, все ли в порядке. Дай, наверное, поесть мороженого, чего уж там. Вот такая, друзья, сегодня новиночка. И наш парк, и, конечно, весь город оживился с такой замечательной мороженицей. Ну что ж, друзья, всего хорошего всем, не скучайте, до новых новинок, всем пока! Не забывайте ставить лайки, а также выбирайте и нажимайте в окошках новые видео. И подписывайтесь на наш канал, мы будем очень-очень рады!